Виктор Новик – часть большой команды брестских воркаутеров, ребят, которые дня не могут прожить без спорта. Эти молодые люди при любой возможности стараются совершенствовать свои навыки. Все потому, что выполнить такие сложные элементы без основательной подготовки невозможно. Для ребят воркаут – это настоящая страсть. Это видно невооруженным взглядом, потому как отдаются они этому делу на все 100%. И приглашают других заниматься спортом, ведь он закаляет характер. С детства меня родители поддерживали. Вообще я с детства как бы со спортом, но именно воркаутом около 7 лет начал заниматься. Вот, всегда. Да, папа поддерживал, вот. Он мне даже турник забетонировал, вот. Я с этого и начинал. Спортом важно заниматься, потому что все-таки укрепляет дух, как я и сказал, целеустремленность, вот. Стойкость, характер развивается. То есть в любой жизненной ситуации пригодится. Да, брестская молодежь физически развита. А что насчет успехов в учебе, спросите вы? И здесь есть чем похвастаться. Илья Кучинский – победитель многих престижных соревнований различного уровня по информатике. Пробовать свои силы молодой человек начал еще с 8 класса, и список завоеванных трофеев за 2 года плодотворной работы серьезно пополнился. У меня есть 2-й диплом Республиканской олимпиады, бронза Международной олимпиады, серебро Жовтыковской олимпиады школьников. И серебро европейской. Всегда было интересно участие в олимпиадах, и мне нравится побеждать в них. Мне с детства хотелось стать программистом, и поэтому я как бы стараюсь двигаться к своей цели, чтобы становиться лучше. Желанием становиться лучше охвачены молодые люди, которые состоят в рядах общественного объединения БРСМ. Здесь ребята пробуют свои силы в разных направлениях. Одни помогают нуждающимся, другие развиваются в сфере инновационной и научной деятельности, третьи пробуют свои организаторские способности. Сфер, как и возможности себя в них реализовать, у молодых людей большое количество. У нас сегодня 7 направлений. То есть это волонтерское движение, это молодежные отряды охраны правопорядка, это спортивное движение, это именно спортивная жизнь, здоровый образ жизни, это мероприятие в плане какого-то творчества, это работа в социальных сетях, это инновационная и научная деятельность. То есть сегодня есть круг, ряд, так скажем, мероприятий. Молодой человек, пришедший к нам, он может выбрать для себя что-то одно. Может несколько выбрать, но, как правило, ребята, которые приходят, они выбирают одно-два для себя направления, в котором уже идут, в котором занимаются, в котором развиваются, прокачивают себя все больше и больше. Найти свое и развиваться в этом – главный принцип достижения успеха. И у многих молодых людей Бреста это получается.